Всем большой привет! Сегодня я пришла на концерт Макса Барских. Уже 8 часов, концерт должен начаться в 8, но еще пока ничего не начинается, но мы все в предвкушении и хорошего нам концерта!
что мне надо, я не слышу всех, тянет меня развернуться обратно. Oh,
Никто не заменит нашу ночь.
все равно, что подумают люди. И я в твоих облаках. Мы далеко, за гранью зимой. Как глубоко, глаза в глаза. Твой запах точно, твой запах моря, в котором шумит гроза. Ты странная, мы в твоей красной ванне. Целуемся с языками. Закрыв глаза, на все закрыв глаза. Ты странная, мы с тобой в этом похожи. Прикасаемся краем кожи. Целый мир, твои большие глаза. We'll be right back.
Все не случайно.
допустил, и где-то был неправ, может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Но мы знаем наперед, кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках, и только свет. От одинокого окна я под окном твоим останусь на утро. Со мной все пока, голове мои туманы. Тепла любовь из кармана, но мне друзья говорили, забудь ее, забудь. Спасибо огромное, ребята, за то, что вы часть команды. И аплодисменты нашему коллективу Макс Барских Тим. И мне никогда, никогда не усну. С вами потанцуем под главный саундтрек сегодняшней ночи. Буду собираться по частям. Жесть станет непросто. Ты забрала воздух и разбила любовь. Подруга, ночь мне не до сна. Не хочу домой, там не ждут меня. Подруга, ночь, ты не одна. Вези меня туда, где танцевать. Ты не одна, ты с ней меня туда, где там всегда.
Огромное спасибо, Питер. Спасибо каждому из вас, кто был сегодня со мной на этом концерте. Обещаю, что скоро мы с вами увидимся в рамках нового тура с новым альбомом 1990. Спасибо! Всем доброй ночи! Питер, вы еще здесь? Что еще хотите? И я хочу еще! Ну что, станцуем? Давайте тогда споем эту песню вместе! Ты помнишь, мы обещали друг другу никому не мешать. Я беру выходной, я сегодня пришел. Концерт. Ну, во-первых, он пел вживую, заряжал своим присутствием, ну и вообще, он прекрасен. Да, мне тоже очень понравилось, правда, что-то к середине концерта мне стало немножко плохо, выключили вытяжки или сделали басы больше, но мне реально казалось, что сейчас в обморок упаду. Но было очень классно, люди, честно говоря, не рассасываются, может, он еще раз выйдет, либо просто фан-зону выпускает последний. Но нам очень понравилось. Надеюсь, те, кто досмотрел конец, тому тоже понравится, да? Да, это точно. Пока! Пока!